Всем привет! С вами Алексей Дужий и Филипчик! Привет! Так, что у нас сегодня? Ну, у нас какой-то кокос непонятный. Ты знаешь, я в магазине эдакой купил пару дней назад. Тут думал с тобой попробовать. В каком магазине? Эдакой. Короче, немецкий магазин такой есть. Вот. В общем, там что-то внутри плескается такое. Что-то... Слышно, да? Короче, это кокос, как баночка сока, что можно с собой взять его в дорогу, там, да? Вот ты можешь с собой взять его в школу, допустим. Попить. Но они сделали в самом кокосе ту дырку и закрепили здесь такая вот ручечка, как в банке с пивом, видите? То есть можно открыть ее, да? Вот что ты можешь сказать вообще по поводу этого? Вообще непонятно. Давай просто откроем и посмотрим, что там вообще внутри. Ну, давай. Давай. Попробуем. Подожди, вот смотри, вот ты идешь по улице, да, допустим, вот как вот здесь никакого зацепа нету, да? Ну можно, есть, конечно. Можно пальцем пробить. Да. Не пробивается. О, пробили. Короче, открываем. Вот даже есть трубочка. Трубочка для каждого. И что мы видим? Ого, видим вот такой вот genuine coconut. По-английски написано. Вот. И? Пахнет чем-то? Кокосом? Свежим, да? Непонятно. Свежим кокосом пахнет. Ну, я не думаю, что он настоящий, или? Не, смотри, настоящий. Давай попьем. Давай. То есть, как вот так вот открывается, так. Вот прошу поближе снять. Опа! Белое внутри. Кокос мельч. Мы прокалываем. Опаньки. Давай попробуем в стекляшку какую-нибудь залить. Будет она течь или нет? Давай. Осторожно. Вот видите, течет кокосовое молоко. И запах особо не имеет, да? Не так. Короче, вкусное кокосовое молоко на пробы. Ну что? Вкусное? Вкусное? Мне очень нравится. Я сейчас еще попробую. Плохо идет. Угу. Но идет. А знаете что? Не хватает вот этого воздуха, который должен засасываться туда. Сейчас попробуем дырочку больше сделать. Короче, сразу... Можешь с нами? Не-не, трубочка достаточно. Видишь, здесь тоненькая трубочка. Просто если дырочку не расширить, то воздух не попадает вовнутрь и как бы создается вакуум. Сейчас хорошо. Вкусно. Я вам советую, если вы видите такой кокос, покупайте и наслаждайтесь. С вами был Алексей Дужий и Филипчик. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на красненькую кнопочку внизу, и мы будем вас радовать новыми интересными видео. Пока! Пока!